планируется за летний период оздоравливать порядка 1000 человек, а в период функционирования этого объекта как именно военно-патриотический лагерь, здесь будут в течение года проходить подготовку порядка 5000 старшеклассников и студентов СПО. Я думаю, что сегодня этот объект разительно преобразился, созданы замечательные условия для отдыха, для полноценного питания, для обучения. В общем-то, все то, что необходимо сегодня, чтобы ребята получали максимум знаний и максимум удовольствия от отдыха, находясь в этом лагере.